Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі «Видовитись Live Studio». Мене звати Євген Золотан. Я вас вітаю. З моменту запуску ринку землі вже укладено майже 1500 угод. Чи забагато це, чи замало, чи десь посередині, як то кажуть, будемо говорити разом з нашими гостями. Володимир Слідзюк, правозахисник. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що завітали. Едуард Каражи, економіст, вітаю вас. І Олег Круженко, екс-депутат Одеської обласної ради, вітаю вас, пане Олеже. Чекаємо, скоро має долучитися до нашої студії ще один гість. Отож, маємо ось цю цифру. 1411 угод, які уклали спочатку запуску ринку землі. Я нагадаю, він запустився з 1 липня цього року. Ця цифра, пане Едуарде, замала? Чи все ж таки те, на що ми і, власне, заслуговуємо? Ну, до тих пор, поки закон о ринку не був прийнят в тому виді, в якому він є сьогодні, несложно посмотреть в реестр и увидеть, что в квартал в Украине проходило по землям сельхозное значение порядка 600-800 тысяч угод. Поэтому 1700 угод по Украине за 20 дней – это смешно. Это вызывает не сказать, что рынок заработал, а наоборот, утопили ниже плинтуса. Более того, очень короткое слово «угоды», да, оно может подразумевать разное содержание. Это не обязательно договор купли-продажи. Так. Более того, насколько мне известно, в первый день было всего лишь 3 сделки по купле-продаже из тех там 200, которые как бы происходили, значительно меньше. Это не все из купли-продажи. Во-вторых, чтобы подготовить такой договор купли-продажи, за 3 дня я сомневаюсь, что кто-то сможет сделать. Он нужно быть готовым заранее. Ну, знаєте, коли у нас з'являється щось нове, люди виступають у ролі спостерігачів, дивляться, що як, розпитують, дізнаються, вже потім думаючи. Потім, спілкуючись з нотаріусами, я знаю, що далеко не всі з них готові. І ні, скажімо так, необхідних програм, можливості підключення до тим чи іншим реєстрам державним, определити, є ли покупатель обладателем 100 гектарів землі, чи не є, ряд інших обмежень, які потрібно, скажімо так, він має пред'явити. Кроме этого, есть ограничения и для покупателя, и для продавца. Поэтому я очень сомневаюсь, что эта цифра, которая есть, заслужит какого-то внимания, как «Вау, наконец-то заработало». Скорее всего, наоборот. Все находится в паузе, все ждут, когда более-менее прояснится. Но цікаво, яка буде цифра ось рівно за один рік, якщо порівнювати з цим періодом? Перед временем еще мало анализировать, как оно произошло. Хотя бы, вы правильно говорите, хотя бы год, не меньше, тогда мы посмотрим, что оно произошло. И опять же, понимаете как, здесь вопрос в чем? Мы же прекрасно понимаем, что те договоры аренды, которые сегодня имеют срок 20 лет, там, 25 и более, 49. 49 у нас наибольш популярный. Да, фактически это договор купли-продажи. То есть то, что называется договор аренды, это ширма, потому что по-другому никак нельзя было оформить. И люди, заключая такие долгосрочные договора, уже заплатили хозяину земли, который сегодня живой, а может быть не живой, передал наследство, не передал. І тому сьогодні багато сделки будуть фіктивними, а не просто... Ну, по суті, дивіться, ось ця аренда на 49 років, вона, по суті, є пожиттєвою. Совершенно верно. І не на до покоління. Так, пане Олеже, чому зараз ось українці не поспішають розлучатися зі своїми гектарами? Ну, давайте ще раз все-таки зробимо аналіз в відношенні того, колега сказав по кількості дій, які можна було проаналізувати на протязі там минулого року, але це не зовсім так. Річ йде о нотаріальних діях в відношенні заключення договору оренди з пайщиком. Ви зараз назвали це кількість. Не кількість, у нас ринок був закрит. Правильно. Ринок закрит, але фактично відбувалися 200 земельними участками. Да. В тих кількостях, да. Да, да. Дійства в відношенні договору. Ні, не купили. Якщо ми говоримо за договори оренди з пайщиками, як показує практика, ці договори максимально имеют срок 10 лет, а в последнее время они составляют 3-5 лет, 7 лет, согласен с вами, но не более 10 лет. В отношении рынка, безусловно, нельзя делать анализ за 15 дней. Он делается... 21 день. Он делает даже не 21 день, он делается с учетом реалий того, что закон заработал, его надо делать, этот анализ, там, через, хотя бы через 6 месяцев. Есть сегодня сложности, абсолютно правильно говорит коллега, в отношении нотариальных действий, потому что на сегодняшний день нет четкого разъяснения Минюстом, каким образом нужно проводить все эти действия. И третий фактор, это очень важный фактор, вы не забывайте, что на сегодняшний день у нас июль месяц, идет уборка, и, безусловно, пайщик ждет, чтобы с ним рассчитались за пай, за аренду, за год. А после этого, возможно, естественно, он пойдет в отношение того, чтобы продать. Более того, если мы с вами возьмем статистику, которая у нас была,
она есть в открытом доступе, что на самом деле не более 5% граждан Украины, которые имеют свои ПАИ, хотят реализовать свое право. Остальные, естественно, безусловно, будут ждать, будут наблюдать за рынком. Ну, ось є дані, здається, президент їх наводив, 90% не готові на даний момент продавати свої паї. Ну, да, і то ж саме. Я вам сказав, 5% готові, пусть буде 10% готові. Ось, пане Володимире, чи треба тут квапитися власникам земельних ділянок, їх продавати, чи все ж таки краще зачекати? Я думаю, що квапитися поки що не треба. Власне кажучи, я там у всіх попередніх ефірах висловлював думку, що ринок землі це поки що, скажімо так, крок, треба було трошки почекати і створити умови, на мою думку. І так само я вважаю, що тут зараз не треба квапитися продавати земельні ділянки селянам. Я думаю, що, відверто кажучи, та кількість угод є невеликою, і найближчим часом їх кількість, якщо і збільшуватиметься, то збільшуватиметься незначно. Ось тут правий, Олег, будь-які... те, що зараз йдуть абсолютно, жнива, абсолютно правий, правий, абсолютно правий. Будь-яка розумна людина спершу захоче отримати на пай те, що вона зазвичай отримує після того, як вже буде зібрано врожай, після того, як почне продаватись перше зерно, так, почнуться люди ходитимуть до своїх, власне кажучи, землевласників для того, щоб отримати свої кошти. І, можливо, після того, як з'являться кошти з цього вже нового врожаю і в тих самих аграріїв, можливо, тоді вже почнуться певні речі, пов'язані з тим, щоб той чи інший пай купити. Але я, знову ж таки, не радив би квапитися з продажем своїх паїв їх власників. Я би прогнозував, що в подальшому, там десь, можливо, через 6 місяців, через рік, кількість угод буде збільшуватись по мірі того, як буде створюватись практика. Бо поки що незрозумілим залишається для багатьох, да, як це все працює. Це тільки перші кроки. Перші угоди, частина з них не буде реалізована, оскільки буде там відмовлено в доступі до кадастру. І коли вже ця практика буде відповідним чином напрацьована з часом, то тоді включиться, з одного боку, можливо, спекулятивний такий попит. Це коли будуть намагатися скупити земельні ділянки певні групи впливу для того, щоб потім через там 3 роки, коли включаться юридичні особи, там викинути їх на ринок і заробити. З іншої сторони, як би так сказати, інвестиційний, можливо, попит, коли ті самі аграрії, землевласники будуть намагатися збільшити свій земельний банк за рахунок купівлі паїв своїх паївиків. Це цікаво. Одна частина. І інша частина, власне кажучи, вже на сьогоднішній день багато людей, власників паїв, уже продали по факту своїм аграріям, свої паї. І, власне кажучи, що, на мою думку, буде відбуватися, так би мовити, узаконення, легалізація цих уже фактичних домовленостей, які відбулися. Да? Тобто будуть укладатись угоди щодо тих земельних ділянок, які за домовленістю вже давним-давно продані і куплені, але тепер, коли вже юридично є можливість ці вже відносини узаконити, то будуть укладатись певні умови. Особливо цікаво, як буде змінюватися і формуватися ціна за гектар? Зараз там, здається, середня ціна $1800. Я не знаю, це багато, мало. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, ну це, знаєте, капля в морі. Ось найдорожча земля у Швейцарії – $70,000 за гектар. Найнижче, до речі, в Латвії, Литві, Болгарії, то в Латвії там майже $1500. Евгений, я, знаете, во-первых, мы вроде как говорим, рынок земли открылся, да? Но это только слова. Рынок земли. Потому что когда понятие рынок, оно подразумевает, что на рынке присутствуют две основные стороны – покупатели и продавцы. И когда мы говорим о рынке, покупатели должны быть неограничены, продавцы должны быть неограничены. А у нас сегодня и покупатели в большей степени, продавцы в меньшей степени имеют ограничения. Поэтому, когда такие ограничения существуют, естественно, и формирование рыночной цены невозможно. Один момент. Второй момент. Мы знаем наш менталитет. Поверьте мне, что каждый, одна и вторая сторона будут стараться показать договорку про продажу не реальную цифру, не реальную цену, по которой продается, а минимально допустимую. То есть везде будут стоять, как сегодня закон запрещает продавать ниже кадастровой стоимости земли, вот такие цифры будут звучать в договорах.
Ну, до речі, якщо не помиляюся, перепрошую, пан Володимир в ефірі ток-шоу «Чорне дзеркало» висловив це побоювання, що можуть продавати там землю за 500 доларів в українських селах. А ніхто не запрещає, це дві сторони, як вони договорились, так воно і буде. І я абсолютно согласен, що дійсно багато зділки будуть фіктивні. И даже наоборот, да, он должен будет деньги чьи по счету перевести на счет продавца, но фактически продавец деньги будет возвращать обратно, потому что он их уже получил, когда заключал договор аренды на долгосрочный период, он фактически его продал. То есть сделка будет только на бумаге, фиктивно, она происходить не будет никак. Поэтому здесь сказать, какие будут цены, опять же, знаете, нас не должно это волновать. А почему, скажу? Потому что государство от этого получит копейки. Государство получает пошлину, которая происходит при сделке объекта недвижимости. Она небольшая, там может быть 1-2%, и все. А какие цены происходят, да, нам бы хотелось, чтобы цена на землю была выше. Да, многие обладатели земли захотят эту землю заложить банку. И банк тогда будет оценивать не по той цене, как вроде бы, да, она стоит на самом деле, кто там кэшем кому-то заплатил, а по той цене, которая указана в договоре. И поэтому, а многие, скажем, крупные компании, они будут согласны покупать по реальной цене, потому что им нужно показать расходы, им нужно как основные фонды включить свои балансы и увеличить капитал бюджет, своей компании. Бюджет Украины, бы разумеете, но не надто того выиграет. Абсолютно. Да? Поэтому, как бы цена, да, нам хочется на наше, на родное, на самое лучшее, чернозем такого в мире нигде не должен стоить дорого, но поверьте мне, та цена, которая будет, она не будет реальной. А местные бюджеты могут как-то святого выиграть? Ну, местные бюджеты могут выиграть, ну, так, в принципе, оно идет в местные бюджеты. Вот эти все налоги от продажи земли, но в местные бюджеты и происходит. Но я не сомневаюсь, что местные бюджеты будут за это бороться, как бы, потому что везде братство от кум, все друга знают, и портить отношения ради каких-то снижений поступлений в местный бюджет, как бы это не было больно для местного бюджета, потому что они небольшие, цифры для них, в принципе, значимы. Особой погоды не сделают. Но опять же, он становится собственником земли, он не платит аренду на землю, он платит плату за землю. Налог на землю все равно будет платиться. И все равно он будет выходить как бы из той кадастровой оценки, которая существует. Но здесь следующий этап, который будет, поднимут стоимость кадастровой оценки земли. Это, в принципе, возможно, закон это предусматривает, там, с интервалом, по-моему, три года. Каждые три года можно делать новую оценку. Угу. Сегодня в Украине еще при прежнем президенте запретили индексацию стоимости земли. Почему? Потому что индексация в соответствии с индексом инфляции. Когда было 43%, 18%, добавлять на стоимость земли было бы очень дорого, и бизнесу было бы не по карману. Давайте это сделаем, пане Эдуарде, паузу, долучим до нашего эфира Ладу Рибалку, депутатка Одеської районної ради. Пані Ладо, ми вас вітаємо. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Говоримо про ринок землі. Як ви знаєте, спочатку його відкриття вже уклали майже 1500 угод. Ну, це просто капля, як ви розумієте. Але чому, на вашу точку зору, не поспішають українці розлучатися зі своїми гектарами? Ну, здесь несколько причин. Я думаю, мы все их уже озвучивали. Возможно, и в вашем эфире я просто не присутствовала. А, во-первых, граждане наши, наверное, половина, большая половина, не осведомлена, в принципе, как работает этот рынок. То есть они не в курсе, что такая возможность, либо что она есть, либо какой алгоритм действий, к кому обращаться, сколько можно продать, сколько можно купить. То есть первая причина — это то, что люди просто не знают, они находятся в таком неведении, скажем так, не изучают новости, не вникают в сам механизм, как это работает. А второе, мне кажется, рядом стоит, что кроме как купить-продать, это дополнительные расходы. Мы понимаем с вами, что тот рынок земли, который есть у нас сейчас, это целая процедура. Это проходит не быстро и не дешево. Потому что при купле-продаже земли по новым вот этим правилам, которые у нас открылись и будут вот активно, да, внедряться, у нас оплачивается, во-первых, комиссия за безналожный платеж за земельный участок, 5% дохода на доходы физических лиц от цены участка. Это 1,5% военного сбора. То есть, в принципе, обложение, да, разными другими выплатами этой земли — это еще дополнительные траты. И люди должны это понимать. Те, кто это понимают, не так спешат, потому что явно они немного должны отдать государству. Это также причина. Третье. Многие граждане сейчас идут просто наперекор и из принципа не продают, не покупают, ну, потому что это только на стадии внедрения реформа. То есть она еще
правила игры, такие, как они должны быть, не установила так, как надо. Мы еще не готовы, в принципе, к такой вот прозрачной процедуре, которая точно будет работать, в которой будет свой механизм. До сих пор эти правила не установлены. И мне кажется, еще несколько лет надо ждать, пока у нас все станет так прозрачно, легко, просто и быстро, как в западных странах, на которые наши власти ссылаются, что там этот опыт есть. Нам до этого опыта еще надо дорасти. И многие граждане не хотят, к примеру, продавать свою землю. Почему? Потому что просто считают, что это их, там, пусть даже последнее, да, что у них есть, пусть даже они не пользуются этим участком, но это то, что у них как бы не забрать, да, без их воли, и они просто не хотят отдавать это в чужие руки, просто вот имея тот самый какой-то маленький участочек и маленькую пенсию, маленькую зарплату, считают, что они более защищены, чем те, у кого этой земли уже или еще нет. Поэтому и не спешат продавать. Мне кажется, конечно, со внедрением реформы дальше и дальше мы будем с вами видеть рост вот этого процента, кто таки продает эту землю, у кого она есть, что люди будут ее все-таки приобретать. Но это, опять же, будет не сразу. Сейчас только с 1 вот июля мы только говорим о том, как это должно происходить в будущем, но никак не о том, как это работает уже сейчас. То есть это вопрос пока что еще, мне кажется, несколько лет. Дуже вам дякую. Є питання? Ні. Дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Спасибі за вашу точку зору. Лада Рибалка, депутатка Одеської районної ради. Ну, ось дивіться, тут можна погодитись, чому не поспішають розлучатися. Ще спокон віку так закладено у нашій голові. Якщо є земля, то голодним ти не залишишся. Правильно. Ну, ще дуже важливі фактори, які ми упустили, ще поки не озвучили їх, це перше – ограничення 100 гектарів землі. Потому что, в принципе, те фермеры, которые заинтересованы в покупке земли, которые на ней работают и с нее кормятся, и для них это основа деятельности, давно уже имеют больше, чем 100 гектаров земли. И поэтому они просто по закону не имеют права эту сделку осуществить, как бы они ни хотели. Еще очень важное ограничение. Сегодня покупатель земли должен доказать, что деньги, за которые он покупает, они чистые, с них проплачены все налоги, и они заработаны честным трудом. Мы знаем, как работают в сельской местности. Налоги никто не платит в основном, сплошной кэш. И сегодня многие из них не могут даже доказать документально, даже если честно их заработали, да, доказать, что эти деньги являются легальными и не имеют права участвовать в сделке при покупке того или иного земельного участка. И сегодня многие даже столкнутся с этой проблемой, просто они не смогут доказать. То есть пока они не накопят реальных денег под покупку там, очередного пая или как, рынок, конечно, вот, ну, это не рынок земли, поверьте мне, настолько обрезанный, настолько изощренный. Але тим не менше він з'явився, тому що скільки вже років чекали особливо ці люди, які хочуть розпоряджатися своєю землею, а, на жаль, через мораторій на продаж землі не було такої можливості. І ключове питання, яке завжди викликає суперечки, чи треба запускати на ринок землі іноземців. Знаете, опять-таки, давайте вот, если мы посмотрим, когда принимался закон о рынке земли, 19-й год, я лично занимал позицию, всегда говорил, да, безусловно, рынок у нас работал в теневом варианте, мы все это понимали, мы все это видели, что существовали договора эмфитевзиса, где непосредственно те сельхозпроизводители, которые работают... Это аренда на 49 роки, это да? Аренда 200, хотите 250, хотите 300 лет. Как вам вот, понравится, вот, можно вот такую... Безграничную. Она была безграничной. Совсем абсолютно верно. И это был механизм, при котором скупали земли сельхозназначения. Это был единственный механизм. И, безусловно, мы признаем и признавали о том, что рынок земли существует в Украине, он есть теневой, есть этих 5-7-10% людей, которые хотят реализовать свое право в силу каких-то причин, кто-то заболел, еще что-то случилось в доме, в горе, в семье, вынуждены были продавать этот пай. Но о чем мы говорили? Мы говорили, если мы говорим, вот вы задавали этот вопрос, он звучал сегодня у нас в эфире, если мы говорим о государственной позиции, если мы говорим о том, что мы идем по пути децентрализации с 2015 года, то мы, безусловно, должны были бы поступить каким образом? Мы должны были бы, наверное, потратить определенный участок времени, сделать государственную программу скупки земель сельхозназначения у пайщиков через громады. То есть, кто является собственником в данном случае? В данном случае является собственником государства в лице громады. Что делает громада дальше с этой землей? Первое. Во-первых, в громаде все друг друга знают. Все знают фермеров, все понимают, кто пришел, продал. И что с этой землей сделать? Опять-таки, ввести порядок передачи
этого земельного участка громада сдает в аренду, наполняет бюджет, и это постоянный актив, который растет. Для того, чтобы были деньги на это, безусловно, должна быть государственная программа по скупке земель сельхозназначения, там условно на определенную область, из расчета, сколько приблизительно в той или иной громаде могут появиться желающих продать, и должен быть план действий. Вот и тогда мы говорим о государственной политике, где выигрывают все на самом деле. И человек, правда, который можно... продал, и громада, которая получила определенный актив и имеет наполнение бюджета и сдает эту землю, и тот фермер местный, который там работает. Так была, я бы здесь чуть поправил, может быть, по оговорку, по финишую, да? Но здесь слово «громада», мы подразумеваем, государство подразумеваем территориальная громада. Территориальная громада, да, потому что это разные вещи. Потому что и земли государственные, и земли, которые принадлежат громадам. И благодаря реформе децентрализации сегодня громады являются или готовятся стать собственниками земли, которые раньше никогда не принадлежали. Там были райадминистрации, распоряжали землей между населенными пунктами. Это государственные земли, которые перешли у нас сегодня. А сегодня они переходят к громаде, то есть местному. И поэтому громада должна иметь средства эти земли выкупать. Если они бесхозные, брать их во временное пользование, сдавать в аренду, скажем, через аукционы, продавать это право, и максимально использовать деньги, которые поступали бы на развитие громады. А здесь государство, если видит, что у громады нет средств выкупить, оно могло бы их, скажем так, беспроцентно кредитовать, чтобы та громада земли не потеряла, чтобы они остались в громаде и постепенно рассчитаться всеми кредитами, но чтобы земли остались в пользовании громады. А что касается иностранцев, ну, вы знаете, конечно, это правильное решение вопроса, пусть будет референдум, хотя я знаю, как он закончится. Но ще не факт, еще будет референдум всего пытаться. Ну, я, честно говоря, не вижу проблемы, чтобы иностранцы владели нашей землей. Во-первых, купить землю, вывести ее невозможно, раз. Во-вторых, очень важно, какие условия будут написаны в договоре купли-продажи. Это не означает, что он землю купил, он может там добывать нефть или сделать склады отработанного ядерного какого-то, ядерных отходов. Это невозможно в принципе. Поэтому если иностранец придет, этой землей будет владеть, будет вкладывать деньги, какая цель приобретения земли? Выращивать продукцию, чтобы ее перерабатывать и вывозить на свою родину, где она стоит значительно дороже. То есть, дивлячись, яка продукция, такая же є продукция, яка може шкодити землі? Ну так нет, для этого делается договор купли-продажи. Более того, земля его, он заинтересован, чтобы земля свою... Ви знаєте, як у нас буває, в документах прописали одне, будуть вирощувати, в кінцевому результаті зовсім інше. Ні, здесь вопрос не в тому, що вирощувати. Він має право вирощувати те, що він хоче. Это его право, это его земля. Но чтобы ежегодно делал анализ земли, чтобы он не ухудшался ниже каких-то показателей, чтобы собственник земли, это нормальное право, во всем мире существует, должен проводить определенные мероприятия по улучшению радиочести... Контроль за севооборотом. Да, контроль севооборотом, внесение органических удобрений. То есть это все решается, это все делается. И наша, в принципе, задача, вот все эти реформы, да, земельной, какая? Чтобы мы в итоге получали больше сельхозпродукции, чтобы она по себестоимости, по затратам была дешевле, чтобы мы как можно больше экспортировали переработанную сельхозпродукцию. Но опять же, кто будет ее перерабатывать? Тот фермер, у которого 100 гектаров земли, он никогда этого не сделает. У него никогда не хватит денег, у них никогда не накупит, не насоберет. А это зробимо паузу. Є дзвіночок глядача, мы вас вітаємо, як звати? Алло, кажіть. Добрый день. Добрый. Я ваш постоянный зритель, люблю очень канал. У меня, конечно, не вопрос, а у меня вот есть такое мнение. Считалось всегда, что земля – это житница и кормилица. Правильно? Вот вы, конечно, сейчас будете улыбаться, но вот я живу в Одессе, в районе, и у меня не земля, не участок, у меня усадьба. Ну, не только у меня. Все наши три улицы имеют усадьбы. И в 29-м году на вечное бесплатное пользование нам были даны эти усадьбы. Мы пользовались. Потом, когда распался Союз, появился тьма, началась приватизация. И вы начинаете приватизировать, иначе вам будет плохо, потому что если будет что-то строительство, вы пострадаете. А если вы приватизируете, все будет нормально. Спрашивается вопрос. А зачем продавать землю каждому из нас? У меня земля ленинским декретом выдана. Вы, конечно, будете улыбаться. Ленинским декретом еще с 29-го года. Почему я должен? Я, конечно, я не буду продавать. Но многие есть. Зачем заставлять у людей, чтобы не продавали? Это раз. Во-вторых,
Ну, ніхто не буде вас змушувати продавати вашу землю. Це абсолютно ваше право. Ви можете розпоряджатися або продавати, або здавати в оренду, або взагалі нічого з нею не робити. Ну, ось знову ж таки, я думаю, що такі настрої людей десь в більшій мірі пов'язані з, знаєте, з нагнітанням ситуації з боку політиків. Тому що ми знаємо, які були у нас політичні маніпуляції. Давайте щодо іноземців. Пане Олеж, ви бачаєте якісь ризики від того, що зайдуться на український ринок іноземці? Безусловно, треба проводити референдум по цьому питанню. Лично моє мнение – да. Об'ясню, чому. Первое. Землі комунальної собственності, які сьогодні перейшли от Госгеокадастра, це бувші землі государственної собственності, вони всі на сьогоднішній день передані громадам. Це процес, який вже, в принципі, повністю завершен. І ще раз хочу зробити акцент, що у нас ринок відкритий только на земли пайщиков. У нас не может быть никакой продажи земель коммунальной собственности. Они могут только лишь сдаваться в аренду через электронные торги, согласно законопроекту, который уже принят, это 21.95. Теперь в отношении иностранцев. Да, объясню, почему есть боязнь. И объясню, почему действительно считаю, что должен быть референдум. Очень коротко. Дело в том, что если мы сегодня приедем в любое село, это уже нынешние громады, если мы с вами посмотрим, кто в основном обрабатывает землю, это, естественно, определенные предприятия, которые имеют там 2, 3, 5, 7 тысяч гектаров земли. И с учетом того, что они работают там много лет, безусловно, при том, что сегодня технология позволяет обрабатывать 5000 гектар земли и иметь в штате 10 человек, но они вынуждены держать 50, 70, 90 человек у себя на работе, потому что так сложилось, что эти люди здесь живут на этой земле, и они работают много лет. Если и мы... являются пайщиками. Безусловно, и они являются пайщиками, абсолютно правильно говорит коллега. Если мы сегодня продадим иностранцу, ну, поверьте мне, гражданину другого государства, ему вообще не интересно, что здесь происходит. Есть здесь село, нет здесь села, умерло оно, 5 человек там работает, или там 50 работает, конечно, ему выгодно, чтобы было 5. Я уже не говорю за то, что если мы не пойдем по пути того, что мы сегодня будем создавать переработку, мы потеряем рабочие места, мы потеряем наполнение бюджета, и мы получим ситуацию, когда компания, иностранный владелец, по сути, вырастил, полностью экспортировал, и на этом тема закрылась. Власне, я хотів би колегу в цьому плані підтримати. На одному з ефірів, зокрема, от, «Чорному дзеркалі», я аналогічну думку висловлював, що іноземному інвестору йому не цікаво, що буде робитися з тим селом, то для нього в першу чергу бізнес. Якщо говорити про місцевого аграрія, тут трошки інші речі. Тут він і виріс, тут він, власне кажучи, на цій землі. Тут в нього багато друзів, знайомих, родичів. Тут він на відстані витягнутої руки до того ж пайовика, чию землю він обробляє і так далі, і тому подібне. Тому, власне кажучи, в тому полягають ці ризики. От ви згадали, що я казав там про $500, то якраз, власне, і було розмова про те, що зараз люди готові просто продавати свою землю за $500. Це не обов'язково, що вона буде така ціна. Ціна. Навіть це за меншу ціну можуть продати. І за меншу, ну, ви знаєте, ціну, але ситуація, я якраз говорив для того, щоб створити певний мінімальний запобіжник, мінімальну ціну, скажімо так. З приводу іноземних гравців, вони, на мій погляд, будуть в Україні, але дещо пізніше. Звичайно, іноземний агрохолдинг, він не буде купляти отак одного пайовика, от ходити по людях, да, і от, а давай я в тебе за $2,000-3,000 куплю. Ні, звичайно, його цікавить. Такого не великий. Буде. Спершу відбудеться, напевно, певний пройде період. За цей період, можливо, якісь місцеві гравці будуть створювати такі земельні банки для того, щоб потім, коли будуть допущені юридичні особи до ринку землі, коли, можливо, пройде референдум, якщо позитивно вирішиться питання про допуск іноземців на ринок землі, буде створений певний спекулятивний земельний банк, який, можливо, в подальшому буде викинутий. І, власне кажучи, на цьому будуть намагатись заробити гроші за рахунок продажу іноземним компаніям. Навіть якщо результати референдуму будуть проти допуску іноземних компаній, все одно юридичні особи українські, вони тут будуть, і все одно я там, посидівши годинку, можу назвати там мінімум 2-3 юридичні механізми, за допомогою яких іноземці зайдуть на ринок землі. Механізмів таких вони, дійсно багато. Вони будуть, як вони будуть з точки, так, зору. Як з точки зору вони будуть законними, але тим не менше, це все-таки будуть інтереси. Чи треба тут проводити референдум, тому що люди можуть голосувати під впливом певних політичних маніпуляцій?
Це питання емоційне. Да? Люди наші голосують, керуючись не головою, а керуючись емоцією. От, на тих же виборах і на референдумах так само. От сподобалося? Мені сподобалось, як виглядає, сподобалось, як говорить. Начебто то все логічно. І небагато людей насправді дивиться на бекграунд і на таке інше. Вони просто голосують от, тим, що подобається, емоцію власну. І тут я завжди казав, що мені здається, з проти ринку землі в основному виступали ті люди, в яких немає цієї землі. І тут так само цей фактор буде мати значення. Якщо буде проведена певна кампанія, яка спрямована на те, щоб дискредитувати цю ідею, то багато людей будуть голосувати проти продажу. Дякую. 30 секунд. Да? Ну, во-первых, все несложно, чтобы директором компании был гражданин Украины. Компания была в Украине зарегистрирована, а бенефициарий находился за ее пределами. То есть сегодня это решается очень легко, и никто не запретит этой компании вывозить ту продукцию, которую она хочет. А мы сегодня имеем Ахметова, у которого 400 тысяч, мы имеем Небулонг 300 тысяч. И понятно, что они не жили в этом селе, в каждом из них, где они набирали эти сотни тысяч гектаров земли. Поэтому, что наши миллионеры, землевладельцы, что иностранцы, підход буде один і той же. Дякую, панове. Спасибі, що завітали. Я думаю, ще на один раз будемо говорити про ринок землі, але дійсно вже хочеться бачити певні результати, а їх ми можемо побачити, думаю, не менше, ніж через півроку. Спасибі, що були гостями цієї студії. Для вас працював Євген Салтан. Ми ще побачимось о 19.20. Будемо говорити про Північний потік-2. Там Сполучені Штати і Німеччина мають сьогодні договоритися. Тому буде цікаво. Обов'язково дивіться 19.20. Далі ефір продовжить моя колега. У сусідній студії вже знаходиться Олена Крилатова. З останніми новинами України та Одеси. Олена, я тебе вітаю. Дякую тобі, Євгеній. Підбиваємо підсумки тижня, інформаційні підсумки середи. Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії Олена Крилатова. Мої вітання.